Так, Венера, 20:33 по Киеву, 11 мая 2020 год, Харьков. Да, как ни парадоксально, лучшим дублем сегодня был дубль, когда я снимал Венеру . А солнце еще на тот момент не зашло. Чем темнее становится небо, тем больше контрастность, тем больше Венера больше похожа на какое-то плазменное образование, а не на планету. Прекрасный штиль. Ну, на ночном небе пока видно только На сумеречном небе пока видна только Венера. Это фонари Салтовского депо. Да, совершенно неожиданно. Никогда не думал, не гадал, никак не ожидал, что при низошедшем за горизонт солнца можно видеть, я визуально заметил Венеру просто глазами, и получилось ее снять очень даже неплохо, по-моему. Надо будет дома, конечно, посмотреть, как все это выглядит, но никаких засветов, пересветов, по-моему, не было, как сейчас уже наблюдается. Миллиона километров. Вот мне любопытно, да, этой кометы Атлас 120 миллионов километров. Оп, 120 миллионов километров. Ее можно будет разглядеть или нельзя будет разглядеть? Ушел. Ну, красиво все равно, что тут говорить. Ладушки. Кометы я, наверное, ждать не буду, хотя посмотрим сейчас. Но пока 11 мая 2020 год, Харьков.